Аня! Отвань, дрек! Афаня! Его нет! Афаня! Говорю, его нет! А ты кто такой? Идите спать! Вы пьяны! Родину. Ему это нашептала одна из бабуль крикливых. Она обиделась на меня за слово «терпила». Сама она, как мне сказали, из силовых служб, КГБ, ФСБ. За верность информации не ручаюсь. А просто Мария Ивановна, наверное, потому вам не ответила, да? Но представляете, вы женщину прополоскали на всю страну, прополоскали ее, да? Вы ее унизили, вы ее действительно, женщину, унизили ее. Ну, где бы она ни работала, на помойке или в жилищнике, в ФСБ, в КГБ, где бы она ни работала. У меня голос сел после криков с балкона, да? Я не пьяница, я не алкашка. А то вы же сделаете еще какой-нибудь это про меня видос, да? Вытащите снова из нашего домового чата нашу с вами переписку, да? Скажете, что вот... Она, оказывается, еще и там алкашка, голос сипит у нее, наверное, пьет целыми днями, пропоится такая. Так я дальше к чему, да? Вы ее прополоскали, да? Не каждый человек может вам позвонить, высказать что-то, да? Даже я со своим характером, да? Все сидела и думала, позвонить этому дебилу Свидерскому, а? Потому что, ну, уже просто переходят все рамки. Вот какие-то, вот в моем понимании, в моем воспитании переходят какие-то все рамки. Все, сейчас я уже даже обзывать вас стала даже уже. Все. Такое впечатление, что вы не понимаете, а? Исправить, спросить ее исправить. Вы должны были пойти, не то что исправить, вы должны были взять кусок материала какой-то там, где-то, я не знаю, вырезать, сделать это, извиниться, наверное, как-то, я не знаю, да? А не ждать, чтобы от вас пожилая женщина вам позвонила, извинилась. Вот то, что вы сейчас пытаетесь делать со мной, да? Я должна перед вами уполнижаться, чтобы вы исправили материал, да? Вот так должно быть произойти, так должно это произойти, да? И пожилая женщина должна вот так поползать перед вами на коленках, чтобы вы это все исправили. Моему уму это непонятно. Вот такое. Не люблю я таких людей. Это кто такой? А ты кто такой? Я? Родственник. Дальний. Гони рубль, родственник, не понял. Рубль должен быть. Два. Два! Два!